Доброе утро и улыбчивое всем настроение. Сегодня мы вязать не будем. У нас запланировано маленькое путешествие, так сказать, путешествие выходного дня. Мы отправляемся в город Умань, в Софиевский парк, чтобы погулять там целый день. И я приглашаю вас погулять вместе со мной. Ехать нам где-то на машине 3 часа, но это того стоит. Итак, поехали! Итак, мы уже на территории парка. Это прекраснейшее место, где можно гулять, молчать и мечтать. Давайте погуляем. Thank you.
и закончилось мое путешествие по Софиевскому парку. Уставшая, но очень довольная. Мы возвращаемся домой. Мне очень нравятся такие поездки. Я надеюсь, вам тоже понравилось. И всем, кто провел это время со мной, большое спасибо.